В Москве прошел 5-й национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и Обилимпикс. Участники из Чувашии завоевали 5 медалей. На чемпионате Обилимпикс в Москве Чувашию представили 17 студентов и школьников, победителей регионального этапа чемпионата. Всего в столицу приехали 1800 ребят из 85 регионов страны, которые соревновались в 62 компетенциях. Резьба по дереву, ремонт обуви, швея, ландшафтный дизайн, массажист, экономика и бухучет. Мастером по резьбе по дереву признан Радик Мухаммеддянов, студент Чебоксарского экономико-технологического колледжа. В этой же компетенции ученик Калининской школы-интерната Николай Иванов занял 3-е место. В компетенции экономика и бухучет среди специалистов 2-е место у Натальи Константиновой, выпускницы Чебоксарского экономико-технологического колледжа.